Здравствуйте, зрители моего канала. Я получил много комментариев про видео «Аккумуляторный развод» от Dyson. И многие спрашивают, как точнее паять, потому что у меня уже был на видео полностью разобранный аккумулятор. И вы спрашиваете это, поэтому я решил записать видео без особо технических подробностей. Просто что паять, куда паять, как паять, как разбирать аккумулятор. И как раз знакомый принес пылесос, который, если видите, не включается. И пишет, что аккумулятор разряжен. Ну, насколько он разряжен, мы сейчас это выясним. Я его уже вскрывал, чтобы и пометил емкость измеренную. И вот сейчас аккумулятор находится в состоянии, когда он... забыл винтик. Не включается от пылесоса. Ну, посмотрим, насколько после замены ремонтного контроллера включится ли он вообще. Хотя он пишет, что разряженный. Терять пружинки, что мы имеем. Иногда закусывают вот эти светлячки, но их аккуратненько пинцетиком поправляете. Так, и сколько? Так, показал у нас аккумулятор 2910 мАч. Ну, будем считать, что он фактически работоспособный. Что, отключаем провода. Сколько заряженный аккумулятор. Три семьдесят девять. Ну, это не совсем. Токовые аккумуляторы, как мы знаем, разряжаются до 2,5 вольт. Но Dyson уже не хочет с таким работать. Как только мы сейчас отключим хотя бы одну банку, контроллер заблокируется. Плюсовые и минусовые мы не перекусываем, а будем их отпаивать. Паяльничек я рекомендую взять помощнее. Берем нашу рефрешную плату. Разъемчик, который надо будет подпаять кнопочку. Кстати, забыли отпаять кнопочку. Лучше, кто не очень владеет навыками пайки, ее откусить. Потому что у Dyson проводки просунуты в отверстие и закручены. Можно расплавить кнопку. Так, контроллер нам больше не нужен. Теперь нам надо припаять балансировочные провода к нашему Dyson. Удобная приспособа, вы можете использовать все, что захотите. Так, контроллер наш готов к
возьмем беленькие проводочки от разъемочка и кнопочки. Плюс центральный. Китайцы сделали хлюпенькие проводочки. То, чтобы нам при сборке аккумулятора они нам не особо мешали. Конечно, дайсоновцы молодцы, все очень четко сделано. Берем аккумулятор. Много в интернете рекомендаций, что как паять, плюс минус баланс, так как у нас плата с микросхемой полностью, которая ведет управление, будем припаивать сначала питающие контакты плюс и минус. Потом будем уже припаивать балансировочные. В интернете очень много на это споров, но я для себя так, если решил, что, ну и оно так положено, если микросхема полный контроллер, а не как каждую ячейку одна микросхема контролирует, то паяем плюс-минус сначала. О, отжил. Так, начинаем подпаивать балансировочные проводочки. Балансировочные я подпаиваю от минуса и по возрастающей. Да, забыл вот предупредить. Это мы немножко, конечно, накосячили. Термодатчик опустить в шахту. Забыли. Дальше мы равняем. Так, что мы имеем? В принципе, контроллер мы заменили. Ставим назад светлячка или паучка. Не знаю, как лучше назвать. Будет у него кодовое название светлячок. Ну что, фактически мы сделали реинкарнацию Дайсона. Ну, теперь посмотрим. Вы видели в начале видео, что аккумулятор не включался. Чуть-чуть. Проводочки не надо очень толстые брать, потому что корпус тяжело защелкивается. Так, берем переднюю часть. О, сразу. Ой, показывает сразу контроллер полный заряд. Ну, 3,9 вольт это не полный заряд, но это больше 80% емкости аккумулятора. Так, проверяем, все у нас стало на месте. Не забываем пружинку с кнопочкой. Можно, конечно, чуть-чуть прищелкнуть.
наверное, я сильно это сделал, но тут не страшно, все становится. Лучше, конечно, когда аккумулятор разобран. Вставлять. О! И сразу все у нас погас. Закручиваем винтик. Что? Проверим, что у нас получилось. Аккумулятор показывает полностью заряженный. При этом я не за это не монтаж, не я не заряжал этот аккумулятор. Специально взял его с пылесоса, когда пылесос сказал. Так, что мы имеем? А имеем мы работоспособный аккумулятор, который Dyson технически состарил. Ставьте лайки, дизлайки, кому это видео было полезным. Надеюсь, что мы сделаем много видео, как воскрешать технику. Стоит зрить. Подписывайтесь на мой канал, уважаемые зрители. Думаю, будет много интересного контента.